Прошлый год оказался для Дагупилса очень продуктивным в области строительства и развития. Реализовано несколько проектов. Сданы в эксплуатацию реконструированные здания и новостройки. Визуально преобразились обширные территории в различных микрорайонах города. Все это позволило Дагупилсу участвовать в престижном конкурсе «Смотри» – лучшее строение года в Латвии, которое проводится уже более 20 лет, и выдвинуть сразу 6 объектов на победу в разных номинациях. В номинации «Реконструкция инженерных инфраструктурных сооружений» выдвинуты два проекта – реконструкция улицы Ригас в историческом центре города, а также реконструкция улицы Бруги в промышленной зоне Гайок. Строительство двухуровневого променада на улице Смилтонес заявлено в номинации «Новое инженерное инфраструктурное сооружение». В этой же номинации заявлено и строительство новой трамвайной линии в микрорайоне Стропы. В свою очередь, променад и благоустроенный пляж в Новых Стропах будет бороться за победу в номинации «Благоустройство общественной и частной территории». Комплекс застройки Даугавпилской средней школы дизайна и искусств Саулы Скола будет заявлен сразу в трех номинациях. Здание на улице Саулы 6 будет бороться за звание лучшего нового строения. Здание на улице Саулы 2 в номинации «Перестройка», а застройка квартала во внутреннем дворе и прилегающих к школе улицах будут выдвинуты как объект года внешнего общественного пространства. Такого большого количества объектов, которые можно заявить на конкурс строения года, не было уже давно. Этот год, вернее, последние годы, действительно были очень плодотворными, в результате чего мы имеем такой широкий выбор. Номинаций много. Новая постройка, перестроенный объект, общественный объект наружной среды. Мы планируем заполнить все эти номинации, чтобы увеличить шансы на получение приза. На данный момент такая возможность действительно есть, так как объектов много, и каждый из них действительно по-своему уникален. Прием заявок завершится 25 января этого года, а результаты смотра будут объявлены в начале марта. Между тем, в Даугавпилсе продолжается работа над другими масштабными объектами, которые, безусловно, имеют все шансы в ближайшие годы стать лучшими строениями в Латвии. А в будущем у нас также будет много серьезных объектов, которые мы сможем заявить на титул лучшего строения. Разумеется, это и инженерный арсенал, и пороховой склад в крепости. Вскоре сдадим в эксплуатацию здание ЗАГСа. Так что и в последующие годы нам определенно будет что представить на конкурс. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.